И сейчас я начну играть в Майнкрафт заново. В общем, да, музыку потише. Ладно, проще вот так сделать. Да, так, давайте создадим мир. Б. Давно я не играл в Майнкрафт. По-моему, последняя версия, которую я играл, была 1.4, по-моему, я не помню. Ну, между промежутком где-то там, не знаю точно. Так. Да. Ачивка. Так, тут какие-то ромашки. Так, ромашка. Давайте посадим. Вот. Заспавнились мы. Ну, наверное, хорошо, потому что есть овцы. Есть дерево. Еды нет. Ну ладно, сейчас найдем где-нибудь что-нибудь. Главное убить трех овец. Прям сейчас это и сделаю. Юпарас, это ладно, вот тут-то будем камень, если что. Так. Бьем. И последнюю овцу. Чтоб хотя бы кровать сделать. На дом я не рассчитываю пока что. Пока что приоритет еда, кровать и дерево. Да, инструменты хотя бы камень сделать. А, начнем добывать. Так, достижение сделали. Вот это вот, думаю, два деревца срублю и хватит. С меня пока что. В принципе, можно музыку вообще брать, но я не знаю. Нет, лучше уберу. Нет. Вот так. Так, ну вот это еще одно дерево срубим. Чтобы для комплекта, так сказать. Я все забыл в этом Майнкрафте. Вообще. Ну, в принципе, начально я помню, там буду вспоминать потихонечку. Да блин. Саженец. Ты мне помешал. Что-то лаги какие-то. Блин. Вот. Там что-то красненькое растет. В общем, не знаю. Вон, сделаем предметы. Ой, нет. Это не так работает. Так. Ой. Да что ж такое? Я же не зажимаю. Почему вот это вот все происходит? Так, ладно, пока хватит. Хотя там, по-моему. Да, нужно камень сделать. Расставим. Расставим, значит, сделаем. Так, а за кровать там чипку берется? Наверное, нет. Нет, не дается. Ладно, тогда сделаю сразу кровать. Да ёп! Вот, все. Ой. И тут где-то была, вон, пещерка. Добудем камень. Там еще вон одна. Посмотрю, где там поглубже, что есть. Вот. Вроде как. Удал и уголь есть, нормально. Так, ну это скучно, как добывать. Но нужно для начала. Более уголь. Хотя уголь без металла как-то не катит. А металла здесь. А нет, лука нет. Ладно, добудем. Добудем. Блин, факел, я думаю, нужно сделать. Ладно. Хватит копать. Так, вот ачивка. Там зачем еще дается? Ни за что. Ну ладно.
Так. Вроде все. Так, теперь добывать вот это чудо техники, если это можно так назвать. Все, пока что факелов на... Блин, еще эта система долбанная. Ну, в принципе, кому-то она может быть полезна. Не-не. Ладно, заберем верстак. Так, добудем металл. Нет, не металл, а железо. До железа. И пойдем дальше вглубь. Ну, что-то как-то не богато. Да, скромненькая какая-то пещерка. Ну хоть уголь есть, хотя в Майнкрафте проблем с углем не бывает. Вообще никогда. А вот с остальными ресурсами иногда бывает. Ну, кроме камня, естественно. Так. Что-то много угля для начала. От еды какую-нибудь добыть. Типа коровы, свиньи, курицы, всякого такого существа, кроме зомби, если они тут еще есть. Я давно не играл, даже не знаю, что тут в обновлениях новые предметы какие-нибудь может добавить, не знаю, ладно, буду узнавать. Вроде как сейчас пиратку отменили. Не играю на лицензию. Не знаю, как там пират играть еще, да? Ну хотя для них пофиг. Они все равно найдут способ. Во, еда, 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 еда. Ну как хорошо заспавнился. Так, я достижение заработал. А ведь. Не, я тут, наверное, буду селиться. Хотя тут как-то. Хотя озера, горы, классно вообще. Классно заспавнился, красиво. Да спит. Так, там тыквы. О, вообще супер. Ладно, буду строиться здесь. Ух ты. Я бы сейчас не удивился, если бы нашел какую-нибудь деревню. Только сейчас вспомнил, что там за эмеральды можно покупать, продавать все это дело. А, ну, пожалуй, здесь будет где-нибудь строиться. Да. Еды много, скажем так. Посажу вот здесь тростник. Чтобы потом зачарование сделать. К расту это не привык. Что там вот так открывается внутри. Вот, пусть растет. И вот тут построю дом. Тут как раз площадка ровная. Вот тут подлагивает. Дом. Я не любитель вообще такие дома большие строить в Майнкрафте. Точнее, я не знаю, что в них размещать в этих здоровых домах. Поэтому я сейчас сделаю вот такой вот домик на первое время. Ну, не домик, как бы землянка, как в самых первых разах, когда играл. Я делал вот такую землянку. И мне было достаточно.
достижения. Так, пожарный иду. А чё он, кстати, это? А, ой, упс, забыл об этом. Ну ладно. Так, кровать. Сюда. Пойду еще день добуду. И там солнце, да, уже почти закат. Вообще не почти, уже закат, уже почти ночь. Блин. Я не знаю, раньше мне так не везло. Мне приходилось бегать, искать такие места. А сейчас... Вот так сразу. Так. И нужно будет сейчас посадить пшеницу. Так. Сажу пшеницу. Ой, еще одна палка-то. Как-то не так, не так. Так, нам надо из дерева делать, да. Чтобы ачивку получить. Супер. Блин, только ночь уже. Я не люблю ночь. Вот так вот сделаем. Небольшую площадку. Чтоб какая-то еда хотя бы была. Блин, на одно ошибся, ну ладно. Так. Что-то никто не спаунился. Ну вот, в принципе, дом готов. На первое время. Я думаю. Пропустим ночь. Ну, думаю, пока что хватит на это время. Я уже где-то около 10 минут записываю. Так. Нет, это надо записывать, ладно. Что бы еще делать? Ну, мне уже вряд ли что-нибудь сделаю еще полезного. Поэтому хватит на сегодня. А, ну. А нет, надо похавать. Похавать и закончить. Похавать и закончить. Так, так. А, у меня же еда была. Собой. Да ёп. В общем, все. Пока хватит. Всем пока.